Здравствуйте, господа! 617 Project выпускает новый EP-шник. Слушайте! Слушайте наши треки! Качайтесь, хейтеры и, блядь, наши фанаты! Нечего сказать, уже все сказано было. Она не Макса Микельсона. Она в Махачкале, обитает у дагестанцев. Бабушки Куни. Виталя Куни. Виталя Куни. Виталя Куни. Для друзей дешевле. Виталя Куни. Для друзей дешевле, но для Толи бесплатно. Как и его мать для него тоже. Feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make them give back our past. Мы решили снять себе квартиру, только у нас очень плохие соседи. Вот, вы можете видеть, тут нарыгано повсюду. У соседей вообще бардак. Здорово, пацаны, вы чё, как тут сидите? У нас трэп-хата, ёпты. Мы, блядь, мутим в натуре такие, блядь, темы, нахуй. У нас даже камин есть, какие, нахуй, бля, камин есть. Слушайте, только у вас тут сквозняк. Да это хуйня все, это мы проверили. Мы начинаем смотреть на этот район. Мы начинаем смотреть, как на самой гондон. Моего гондона зовут Антон. А вот здесь можно спать. Пацаны, драка подушками. Автопогрузчик, руководство по эксплуатации. Тут вся библиотека. Ну смотри, сейчас мы избавим наш дом от сквозняка. Прошу меня пропустить. Тут окошко разбито. Вот. Фашисты. Но мы победим фашизм силой ельцинизма. Самый лучший район, где ты можешь увидеть все, абсолютно все. И, блядь, ты будешь самым позитивным и самым охуенным человеком, блядь. Это на самом деле правда. И охота крепкая тебе это действительно подтвердит. Екатеринбург, или Республика Рейва, или Свердловск, наконец. Называйте, как хотите. Но главное не, чтобы ты был в этом городе, а чтобы в тебе было охуенное бухло. Восьмипроцентное пиво. Месье. Кусок толстого говна сидит, смотрит из окна, но не знает о том, что паранжа его матери уже издалека. Его снег за биткоины купил Олег. Он даже сам не знает о том, что Олег — это снег. Кусок толстого говна сидит и смотрит из окна. Там, где помойка и гаражи, вези твою маму и пали панжи. Кусок толстого говна сидит и смотрит из окна. Там, где помойка и гаражи, вези твою маму, ебали бомжи. Занимайтесь спортом, не надо там по углам, блядь, пить охоту крепкую, блядь, размораживать толстяк нахуй в подъездах, блядь, курить, шабить, дрочить, мастурбировать, что в принципе одно и то же, блядь. Знаешь, какое море кроет, ты не купался в этом дерьме. Ты искупайся, тебе мало не покажется. Остановись, пока остановка не будет последней. Пуля, пуля! Ай, блядь! Пуля! «26.93! АУЕ! Ельцин Дэд Бригейд! Ельцин был с кином!» «Ты меня били, ходи меня, гени мы си меня, мой нига, то же мне, сой, ним, то меня минава, це меня кинава, са меня мы, полонцы, нига мы...» Я однажды шел по улице и встретил здание, но там не было вывесок, и я обошел это здание. И понял,
что это был Фикс Прайс. Нет, это был капитан Прайс. Дверь. Это был Фикс Прайс. Нет, это был капитан Прайс. Дверь. Мы в Вальхалле. Мы на самой вершине Черного Республики Рейва. Мы настоящие рейверы и ельцинисты. Фак коммунизм. Фак Конами. Фак русский рэп. 26. Хорошо, однако, да? Да. Вот такое вот у нас место для отдыха. Значит, вот наша хата. Мы в нее вошли. Давай, пока бухло не замерзло. Давай. Вискас, он мне дает педигри. Я хочу собачий корм. Я хочу жрать гандон. Я хочу сожрать резиновую жопу. Я хочу сожрать всю Европу. Я хочу съесть оленя. Я хочу съесть человека. Я хочу съесть небоскреб. Небоскреб мне в рот.